Здравствуйте. Говорите, что? А что мы вот на старости купили дом? 5 лет, а сейчас... У вас какой адрес? Слева дом? Вот. Да, вот это. На кого? Погребело, да. Она когда появилась у вас? Ну вот, как тут накопилось, я ей куда делать. Ну после ливни, может, дожди вот. Не, ливни. А вы когда купили дом? 5 лет назад. Ну, как Вальку построили. Нет, Вальку построили, и они не сразу стало давить. Это вот от того дома, видимо, да, повлияло? Да, от этого всего еще. Да там-то нет. Вот как только тут она, куда ей деваться? Там же ключи бьют где-то. Это же серьезная тема. И все, она сейчас пошла. Вот так вот стоит. Пытались ее откачивать, все. А все равно зачем ее качать? Ты тогда возбудишь, потом еще откушать. Да мы пойдем вниз, она за нами она уйдет. За нами уйдет. Там, сейчас они ее сейчас трошей копать начнут. Там даже можно посмотреть, лоток у нас стоит на подушке, на песчаной. Из-под песчаной подушки вся вода, вот, которая идет, посмотрите, она под низом идет, а лоток весь сухой уже, все выкачили. Через него не идет. Николаевич, уже вода набирается, уже надо, чтобы посмотреть еще. Она осталось. Будет дренировать, понятное ну, дело. Но она за собой под наклоном. Она мелкую составляющую вымоет, у вас там лотки просядут. Они там щебень ставят. Тогда надо щебень. Они по щебню ставят. По щебню, поэтому щебень. Она по щебню, что будем говорить, основание под лотками должно дренировать. Ну там одно спасает. На сантиметров через 70 начинается глина идти, и глина идет синяя. Вот это очень хорошо, что она туда влипает. И песок даже если промоет, ну пускай она просядет. Она прям в глине. Найдет свою вот эту форму.